Всем привет! С вами на связи Кунынова Аня, и это новинки, которые я заказала по ВИПу каталога 10 2021 года, который будет действовать с 5.07 по 25.07. Каталог вообще богат скидками. В прошлом году я помню, как у нас был такой прям крутой каталог, когда было столько много скидок, я просто в шоке от них. Ну что ж, не буду занимать у вас много времени на скидки, я думаю, вы их увидите сами в каталоге. Действительно, каталог бомба. Итак, у нас с вами появились новые ароматы, или перевыпущенные, или новые, я так и не поняла. Вот смотрите, вот это нейтрализатор запахов. Он как пах, так и пахнет. Он идет как 3D-защита, система тройной нейтрализации резких, неприятных, нежелательных бытовых запахов. И он такой идет не ароматизированный, плюс он идет с горчинкой. Он устраняет все. Да, кошачьи лотки, сигареты, рыбу и так далее. Да, то есть унитаз, машина, там, помойные ведра. То есть все такое прочее. По идее написано, что это нежный хлопок. Вот еще раз побрызгаю. Нет, это не нежный хлопок. Это что-то с горчинкой. Артикул 30287. Но вот именно этот нейтрализатор запахов, он именно борется с причиной. И у нас в доме он всегда был, и предыдущая версия. Значит, 250 мл у нас с вами новая версия. И та версия тоже была 250 миллилитров, то есть не пойму, что ж его перевыпустили, что ж его обновили. Просто обновили, наверное, и все. Да, получается так. Ну, знаете, что такая штука есть, в каждый дом она очень полезна. Мы им пользуемся не так часто, потому что все-таки за чистотой дома мы следим. Но иногда бывает в жару, особенно кошачий лоток. Ого-го, какая штука ядреная, хоть у нас он и стоит на балконе. Все равно мы его заносим, моем, там еще что-то. И запах такой, что только нейтрализатор исправляется. Согласитесь, да? Даже если в жару мыть лоток после каждого применения, да, после каждого восседания киски, то все равно запах он есть. Потому что 35 – это вообще кошмары. Вот у нас сейчас освежители, они очень хорошо и активно используются. А далее, значит, вот такой абсолютно новый аромат антитабака – сицилийский бергамот. Под названием сицилийский бергамот, а это уже освежители воздуха, которые идут ароматизированные. Если вот в этом какой был такой остался, на мой взгляд, ароматизатор, да, такой грубоватый, но напрочь все убивающий, то вот этот, он все-таки с освежителем. С прошлым антитабаком я хочу сказать, что он в принципе похож. Он похож, такая же свежесть, такая же легкость, также все приятненько. Далее, вот этот акваспрей солнечный ананас, он немножко изменился. Он стал такой ягодно-конфетно-сочный ананас. То есть, если тот ананас был с какой-то кислинкой, то этот, он прям с такой конфеткой получается. Он немножечко другой, поменялся вкус. Понравился, кстати, 30-330. Да, 30-330 артикул. Вот что про него хочется сказать. Он мне предыдущий как-то вроде бы больше нравился. Этот чересчур тяжел на сладость. Да, такое чувство, что у тебя леденец во рту, приторно-сладкий. Да, такое вот чувство возникает. Далее, ну, это моя любовь. Тропический бриз, акваспрей. Они идут без спирта и газов, пропеллентов. То есть это полезные спреи, которые увлажняют дом, освежают дом. Да, то есть они идут действительно полезные. Вот, поэтому вы их не путайте, пожалуйста, с этими магазинскими, которые идут там вот эти вот, да, под давлением. Под давлением это вредно. У нас они полезны, они идут на водяной основе. То есть, видите, мы пшикаем, они не под давлением, да, то есть они просто как водичка выходит. То есть это абсолютно другие полезные экопродукты. Угу. Вот, новинками я рада. Акваптический спрей — это самый любимый, я его обожаю, и в Хондном Гринли обожаю, и тут обожаю, просто люблю, а все свежее, все приятное, все клевое. Далее, вот такая вот новинка побежала с биоэнзимами, ароматное яблоко. Тут аромат такого насыщенного, красного, вкусного, приятного яблока, просто невероятно классно. 0+, вся маркировочка идет, я прям в восторге вот от этого запаха. Артикул 30094. Вообще просто невероятно классный. Так, вот этот аромат, конечно, он идет уже против сложных загрязнений. Вся вот эта вот формула, да, надпись добавилась, формула улучшилась. Тут понятно, что она улучшилась, да. И вот тут получается лимон и мята, тоже свежий, приятный такой ароматик. 30093 артикул. Тоже классный. Также гель для стирки я заказала деликатный.
да, то есть это идет суперконцентрат, защищает волокна и цвета, это не новинка, но в заказе есть. Гель для цветного тоже не новинка, в заказе есть. А гель для стирки white, для белых вещей, это вообще мой фаворит, 118-42, попробуйте, очень классная штука. Далее, конечно же, мой привычный ароматерапия, кондиционер для белья. Вот этот, значит, моя любовь, тоже ароматерапия. И вот этот вот, тоже не новиночка, но я его быстренько назову, 118-41, концентрированный гель для стирки черных тканей. Он идет с функцией обновления тканей, то есть черный. И вот такая вот, та-дам-да-дам, VIP-новинка, средство для чистки духовок и плит, свежесть мяты. Мы им попользовались пару раз, он такой же классный, ничем не отличается от предыдущего, от цитрусового, но запах более такой свежий и клевый. Цвет остался у него, как вы видите, точно такой же, да, то есть вот он цвет обычный, да. Все равно он попахивает вот этим вот первичным, да, который у нас было много лет средством для духовок и плит, но аромат более такой свежий, легкий, и это здорово. Артикул 3.0, 120, это прям абсолютная новиночка, будем пользоваться, и в пустых баночках я уже расскажу, что же нам больше понравилось, этот или апельсиновый, в общем, не знаю, цитрусовый вернее, да. И, конечно, что про него пишут, да, то есть вот тут был сила цитрусов новинка, а сейчас вот получается свежесть мяты. У него осталась точно такая же активная формула, которая легко удаляет обильный засохший жир, нагары, то есть нужно замачивать, этим средством тереть не нужно, также им нужно пользоваться в перчатках, в общем, все отлично, эту новинку нам дают очень даже дешево попробовать, да, то есть вот это уже не новинка, а вот это еще новинка, поэтому воспользуйтесь, попробуйте, это действительно недорого. Конечно же, куда без биокапсул для посудомоечной машинки, обязательно, да, кладете, он там растворяется, ничего распаковывать не надо. Конечно же, как же без стирального порошка для жестких тканей, это, наверное, в каждом моем обзоре. Ну и ура, попалась мне VIP-новинка под руку. Прям с конца на начало листаю каталог, попалась VIP-новиночка. Значит, это у нас идет, получается, ланчбокс, в комплекте, в котором-то есть ложка. Сейчас ложечку посмотрим. И дополнительная емкость. Получается, материал полипропилен, размер 16,5 на 11,5 на 6,5. Артикул 910-226. Он не герметичный, насколько я читала про него в чате. Поэтому сюда нельзя, допустим, положить, налить, вернее, суп, да? То есть такая вот крышечка, такая вот ложечка, сюда что-то кладете и сюда что-то кладете. Вот, но он не герметичный, суп прольется, ребята, да, то есть тут какие-то вот значки еще есть. Я думаю, вы, кому нужно, понимаете, да, что можно замораживать и так далее. По-моему, в микроволновке можно, да, то есть, ну, тут вот таким образом. Да, такая вот ложечка. В общем-то, аккуратненькая такая симпатичная штучка. Вот. Найдем применение, особенно, да, то есть вот тут застежка тоже очень интересная, весьма надежная, да, все хорошо, легонько, надежненько, симпатичненько, аккуратненько, приятненько. Далее, смотрите, у нас появилась такая вот рукавичка скрабирующая для тела и лица. Материал, мягкая сторона, 70% полиэстер, 30% полиамид, антибактериальная пряжа. И скрабирующая сторона, 90% полиэстер, 10% полиамид. Размер 14/8 на 11,5 см. Ну что ж, давайте ее обследовать. То есть прям реально для лица и для тела. Но я думаю, что это не нужно смешивать. То есть вешать есть куда. Мне кажется, она будет долго сохнуть, ребят. Вот, да, то есть, ну, такая грубенькая, я бы вам сказала. Так, давайте-ка увеличим. Ну, то есть, такое вот плетение очень даже, мне кажется, будет хорошо кожу прям скрабировать, потому что грубейшая такая мочалочка. А вот эта сторона, я так понимаю, для лица, да, этой стороной. Но, мне кажется, лицо и тело нужно все же разделять, мое мнение, потому что, ну, как-то вот не знаю, да, это из линейки Beauty Cafe, штучка весьма недорогая и очень даже, да, я думаю, вы слышите такой звук, прям грубая-грубая штука, даже можно почувствовать себя посудой. Далее у нас с вами идут такие вот таблеточки, очень такие интересные, да, обычные таблетотаечки, как я люблю их называть. Это идет спирулина и хлорелла, водоросли. Ребята, водоросли, их тут 200 таблеточек.
Значит, что они делают? Это идет как одна таблетка равно 50% хлорелла плюс 50% спирулина. Это источник хлорофилла, источник витаминов, минералов. Они нормализуют работу иммунной системы и оказывают отшелачивание действия для организма. Это тоже классно. Так, значит, двойная польза самых известных водорослей в одном продукте. Хлорелла и спирулина богаты витаминами и минералами. Это природный источник молодости и красоты. Стоит такая штучка 959 рублей по цене каталога, то есть совсем недешево. Тут идет 200 порций по 500 миллиграмм. Она способ употребления взрослым 6 порций в день, запивая стаканом воды. Вот я так и не поняла, по 2-3 раза в день или сразу 6 таблеток за один раз, мне непонятно. Но пропить хочется. Артикул 157.57. Вот. Как будет про них обзор от девчонок нашего компании Faberlic, может быть, от Александра и Дигера, еще как-то, я обязательно вам про них выгружу, да, выгружу их лекции, вот. Ну, классно, классно, что компания развивается в этом направлении, я прям очень рада. Далее идут такие вот питьевые дрожжи с очень таким интересным каким-то соломенным запахом, соломенным ароматом, да, то есть вот они такие, как хлопья, легонькие. Ну что ж, давайте про них тоже поговорим. Они не сладкие, не вкусные, то есть, ну, обычные, да, обычные дрожжи. Очень интересно, тоже на зип-замочке, как у спирулины пакетик. Эти продукты, в которых количество полезных веществ буквально зашкаливает. Добавляя в ежедневный рацион эти природные витамины, бомбы, вы укрепляете здоровье всех систем организма и поддерживаете молодость и красоту. Источник витаминов группы В, кстати, от него зависит наше настроение, да, у кого плохое настроение, бегом за пищевыми дрожжами. Итак, нет, ну вообще-то я серьезно. Дополнительный источник белка, содержит 9 незаменимых аминокислот, придают солено-сырный вкус блюдам и не содержит грибы рода кандида. Угу. Ну, кандиды, да, они не нужны нам. Значит, это дрожжи пищевые, неактивные. 100 грамм, 1 столовую ложку. Мы засыпаем стакан. Так, 1 столовую ложку запить стаканом воды или добавить в овощное пюре, соус, суп, салат. То есть, как вам захочется. Артикул 157.72. Ну, прям, ребят, будем здоровы. Ну и, конечно, это сенсация. Это сенсация. У нас появился соус провансаль. Он идет как майонез. Появился, значит, легкий и появился оливковый. Да, то есть легкий 20% у нас идет, а оливковый 55% идет. Я вообще очень рада. Недавно кетчупы у нас выиграли награду «Лучший продукт года 2021». И также получили награду за высокое качество, ребят. Да, вот вы представляете, наш классический и шашлычный на выставке «Продэкспо». Понимаете, это просто круто, это невероятно здорово. Мы гордимся, прям гордимся этим продуктом. Тем более, они такие прям натуральные, вкусные, из помидорок черри. Вот. И тут как раз вот этот провансаль легкий, это правильный майонез, это правильный соус, можно так сказать. Он идет без сахара. Соль с пониженным содержанием натрия. Тут содержит он коллаген и натуральные пищевые волокна. Я уже покушала салат. Ага, значит, открытый уже унесли, да? То есть он такой желтоватый, интересный, да, как вы видите. Да? И знаете, майонез майонезом. Нормальный такой, добротный, классный вкус. Мы уже им заправляли салаты, добавляли в окрошку и так далее, и так далее. Знаете, классно. И тот, и другой классно. Если вот этот легкий, он меньше чувствуется, да, в салате, что он присутствует там, то вот этот оливковый, он просто получается побольше чувствуется, да, то есть он получается более такой жирненький, да, более такой жирненький, плотненький, прям ощущается, что он, да, он уже такой, да, видите, жирноватый. Вот, пока закрою так аккуратненько. Прям, ребят, ура! Я очень рада, отпишите свое мнение. Они, конечно, я посмотрела цены в магазине, они, конечно, подороже, чем в магазине, но тут ничего не поделаешь, правильное питание, оно, в принципе, столько и стоит. Оно такое вот и есть. Вот, я довольна, довольна новинками.
Вообще здорово. Кому нужно там состав, еще что-то, вы пишите. Я вам скопирую с сайта, вставлю. Не переживайте. Все будет. Далее, что-то я не заметила вот этой нано-пензы в этом каталоге. Может, я как-то пропустила или еще что-то. Ну, во-первых, ее удобно держать. Во-вторых, она легонькая. Она состоит вся полностью из пластмассы. Артикул 910-194. Материал АБЦ пластик. Стекло. Размер 11×7×3. Классная штучка. Очень хорошо пилит пяточки. Просто великолепно. Я пилила сухие свои пяточки. Честно, не люблю это дело. Я вообще пятки не люблю скрабировать, чистить. Меня это раздражает, дает по зубам. Вот честное слово, да? То есть что-то у меня, наверное, не так с нервами, да? И я вообще любые пемзы не люблю, не только эту. Но это просто вот, я не знаю, прям великолепно скрабирует. Хотя тут, ну где чего, да, вроде бы ровненькое. А шлифует прям так хорошо, так классно. И огромное отличие, да. То есть я так через силу пошлифовала, посидела одну пяточку. От второй просто глобальное отличие. Очень хорошо шлифует, здорово и невероятно круто. Единственное, но у нее, да, то есть вы шлифуете ей пяточки. Можете пошлифовать, да, вот ступню в этом месте. Но если где-то, да, вот что-то вот где-то внутри, то это уже как бы неудобно, потому что она идет с плоской поверхностью и только вот тут. И еще за счет того, что она очень хорошо шлифует, но она как будто кожу-то и не повреждает, да, она не такая грубая, как обычно. Ну, я имею в виду, как обычно бывает. Знаю, что с кофе у нас напряг, и что поделаешь, вот, я заказала себе кофе, доброе утро, я нечаянно ошиблась, заказала в зернах, вот, придется все-таки покупать кофемашину, к сожалению, да, артикул 16-045, у меня нет кофемашины, ребят, как-то даже не знаю, куда ее поставить, вот, я вам честно скажу, что кофе-ароматерапия мне так и не достался. Да, жареный в зернах, лесной орех, сливочная, ваниль, красный апельсин, миндаль вообще до меня ни разу не дошли. Я очень люблю кофе молотый, жареный, да, то есть вот кофе, вот этот вот, это в зернах, вот есть молотый и есть молотый. Есть молотый добрый день и есть молотый доброе утро. Вот этот я доброе утро пью только с утра. Да? А добрый день я пью уже после обеда, он действительно классный. В нем больше диабарамина, а в этом больше кофеина. Да? То есть вот в чем, в принципе, все отличие. Еще одна вот такая вот вип-новиночка, это косметичка фиолетовая, яркий неон, коллекция Lovely Moments, размер 19×6,5×4,5, артикул 910-214. Тоже такая неплохая штучка, мы ее уже доставали, крутили, вертели. Она идет, знаете, такая прозрачная, приятная, да, то есть тут такой складыш, я так понимаю, чтобы она форму держала, не поломалась. То есть она просвечивающая, например, вот размер, кто знает, нашей соли, да, то есть вот таким образом можно сказать, что вот оно входит, да, то есть если уже вот какой-то третий флакончик, то она уже не застегнется, то есть она малюсенькая, я так понимаю, это под помады, под карандаши, может быть, ватные палочки, диски, может быть, ну, что-то такое вот, да, может быть, ребенку под карандаши, потому что сюда легко входят, получается, ручки, да, и причем так отлично войдут, то есть это может служить как, получается, мягкий пенал, это я кучу ручек купила, потому что вечно, да, то есть вот, пожалуйста, ручки, например, хорошо сюда влазят, да, то есть набор карандашей, но опять карандаши должны быть с колпачками, потому что он мягкий, тогда зернышки будут ломаться, мало ли что, да, если уронить, как-то не так согнуть. Или точилку с собой класть, да, сюда же, в этот же. Ну, я думаю, найдется применение. Такие вещи, они всегда в доме нужны. Особенно прозрачные. Очень хорошо, что видно, что там лежит. Мне вот это прям безумно нравится. Так, ну и тут, ребята, не новинки. Я прям пройдусь дрожащей рукой. Прошу меня простить, но это экономит ваше мое время. Так, значит, это у меня шоколадные машинки для Викуськи, она их любит. Да, шоколадные зверюшки до сих пор покупаем, берем, потому что шоколад без сахара, он более полезен, нежели с сахаром. Да, то есть перлота с грибами, батончики злаковые, да, шоколадка. Шоколада тут было много, но Викуська уже тут потаскала, поела. Далее соль, конечно же, мы полностью перешли на эту соль, поэтому заказываем с коллагеном, с пониженным содержанием натрия. Она идет полностью без каких-либо приправ. Далее, да, как вы видите,
Чай заказала одну штуку, к сожалению, не переправила количество в корзине. Этого нам мало на всю семью. Дальше, значит, мицеллярная водичка, наша новая новинка, понравилась, поэтому продолжаю пользоваться. Прям новинка-новинка прошлого каталога. Дезодорант 48 часов, люблю какие-нибудь морские ароматы. Вот, а вот тут еще оливковый, да, провансаль завалялся. Далее, конечно же, коктейль, мой любимый, клубничный, парфюмерная водичка Элисар. Есть дорогая версия, я взяла дешевую версию, без кристалла Сваровски. Почему? Потому что они у меня уже где только в квартире не валяются. Вот, вы помните, что я вот брала много, в пустышках этих вот мало. Почему? Я 7 штучек подарила в садик на выпускной воспитателям, заведующей, нянечкам. Они, вот представляете, не знаю, может быть, просто решили меня похвалить, сказать спасибо, но всем прям понравился этот аромат. Он легкий, классный, невесомый, приятный. Прям обожаю его, да. Далее растирка с пчелиным ядом заказала бабушке, маме, папе. Кстати, свекр у меня клещ укусил, он теперь температурит, у него все опухло. Ой, подмышкой он его укусил. Завтра идем сдавать анализы. Далее по распродаже. Я взяла 3 бьюти-бальзама для волос, тоже не новинка, поэтому не буду вас мучать. Маска зимняя нравится мне, маска Smart Keratin, восполнитель кератина, да, тоже шикарная масочка, розовенькая такая, приятный у них аромат, не бьющий в нос. Тоже с этой же линейки Salon Kea я взяла восстанавливающий филлер, очень часто его беру. Далее по распродаже были маски, в бонусе за покупку, да, в разделе персональные акции я взяла все по одной. Буду делать сейчас тканевые маски, это просто кайф, потому что они охлаждают, потому что жарко, да, хочется тканевые делать, прямо из холодильника доставать их и делать, охладить их перед этим, очень шикарно. Далее очень мне понравились вот эти ультрапитательные бальзамы для волос и ультрапитательная маска для волос. Который раз заказываю, они очень хорошие, поэтому рекомендую. Пробники заказала, мало ли куда едем, очень удобно с собой брать такие пробники для мытья посуды. Далее в запаснике шарики для устранения запаха в холодильнике, пару упаковочек, тоже не новинка, отбеливатель. Далее поехали, эти салфетки универсальные заказала, пару штучек, да, из микрофибры, прям они такие крутые, но на деле обычные салфетки, да. Так, дальше, значит, салфетка, губка двухсторонняя, очень удобно мыть посуду. Такая вот салфеточка еще идет. Она идет тоже из микрофибры. Одна сторона погрубже, другая помягче. Это скребет, это помягче, это просто вот со стола стирать, да. Вот я так их охарактеризовала. И время от времени выкидываю их. Далее, значит, влажная матирующая салфетка. Это Катюшке в жару она попросила, тоже не переправила количество. Пятновыводитель универсальный. Средство для унитаза. Опять, елки-палки, одна штука. Так, вы уже там, наверное, надо мной смеетесь. Крем для чистки металлических поверхностей, мыло для рук, дезинфекторы. Было 3, осталось 2, потому что один уже пошел в расход. Сейчас акция у компании Faberlic, значит, до конца каталога вы можете купить 3 по цене 2. Но одна у меня уже ушла, 27, 24, тоже в разделе персональной акции. Да? Далее зубные пасты, побольше зубных паст я заказала, потому что вечно заканчиваются. Все зубные пасты это 6+, с грушей, 3+, яблочная и клубничная, не помню сколько плюс, вот честно, тоже 3+ идет. В общем-то, пора, наверное, на взрослые переходить. У нас есть взрослые всякие разные, там с малинкой совсем, может быть, на них перейти. Это прям детские. Пару зубных щеток детских взяла. Ну и вот такая вот новинка. Вика уже тут порвала упаковку, ребят, я прошу прощения. Это тоже ведь новинка. Значит, набор получается... Ох, у меня палец, да, в тональном креме. Так, набор для пляжного тенниса, яркий неон. Коллекция Lovely Moments. 2 ракетки, 2 мяча. Довольно-таки... Получаются тяжеленькие такие ракеточки. Вика их хватает, Вике нравится. Да, то есть берете мячик и начинаете его так вот подкидывать, да, но одной рукой неудобно, укатился. Один мячик желтый, другой мячик синий, да, то есть такие они какие-то мягкие, хлипкие. Вот мне кажется, и надолго их не хватит, но посмотрим. Посмотрим. Наши ракеточки очень приятные, качественные, их наоборот надолго хватит.
Вот, мечей, мое мнение, мало, но мечи можно купить. Главное, чтобы ракетки были хорошие, да, то есть они такие добротные, крепкие. Это дерево, тут очень удобно держать, такая вот ручка. В общем, детям классно. Ну и логотипчик, конечно же, Faber Lake. Это тоже VIP-новинка, шампунь-гель для душа, 400 миллилитров, ребята, 400. Артикул 13-12, ну мы его всей семьей любим, но не как шампунь, а чисто как гель для душа. Чисто как гель для душа. Мы им не пользуемся как шампунем, ну, муж в смысле. Обалденный такой мужской классный аромат. Не грубый, не нежный. Вот золотая-золотая середина. Это я вам уже показывала. Маска огонь, лосьон для кожи головы. Так и я не поняла. Нет, он не утяжеляет волосы. Я доходила до следующего дня нормально. Сухим шампунем ничем не пользовалась. А вот эта маска просто огонь. Огонь, ребята. Крутая маска. Реально хорошо так. Классно, кожа делает, прям советую. И свежесть после нее надолго. Как раз в самую жару ее делала, когда потеешь от любого вздоха, не то что движения. Ну и 10 таких вот тарелочек. Все сюда не стала на стол ставить, да. Такие они прям классные. Кратеры луны тут, да, что-то типа этого. Они идут что-то типа под суп. Взяла 10 штук, потому что что-то у нас с Викой пошло не так, ребят. Я не знаю, наверное, буду к специалистам обращаться. Вика захотела бить посуду. Она бьет все подряд, и мы не знаем, как ее ругать. Причем она предварительно затыкает одно ухо плечом, второе ухо рукой, и свободной рукой просто бьет тарелку об пол. Я не знаю, что с этим делать, я не понимаю. Значит, дальше, что мы с вами сделаем, это прочитаем артикул 910-072. Классные фарфоровые тарелки Faber Lake Home. А чем они мне нравятся? Ну, потому что они удобные, аккуратные, беленькие, красивые, суперские. Можно собрать набор посуды вот сейчас такой, да. И самое классное, то, что они как раз вот под порцию супа ребенку, например, мне порция супа хорошая, да, можно второе сюда положить, да, там пюре с котлеткой. Можно на стол накрыть, чтобы вся посуда была одинаковая. А то у нас что-то с Викторией уже одинаковой посуды, елки-палки, нету. Но я там оставила старую посуду, она ее сейчас будет, ай, грубо говоря, будет доламывать, что ли. Куда мне теперь деваться? Я надеюсь, у нас этот период пройдет, потому что я считаю этот период очень опасным. Она может порезаться, она может разбить тогда, когда нас нет рядом. Кто его знает, что вот с ней такое? А, далее покажу, что заказала себе в дом. Это тапочки. По две пары мамам. Да, то есть получается тапочки по две пары мамам, 38 размеры. В них вот сейчас в жару, ребят, 35 градусов, в них не холодно, в них не жарко. Обалденные тапки, да, вот они прям 4 штуки у меня на кресле. И еще себе взяла, потому что я люблю тапки стирать. Я сейчас в жару день поносила и кинула в стирку. Они там накопятся, я их там запускаю. Далее носки. У меня Катя конфисковала, дочка старшая, все носки, поэтому повторно они у меня в заказе. Не буду уже говорить артикулы, чтобы не быть нудной. Далее, значит, когда уже закончатся эти носки? Это пижама. Пижамные штаны, но они до такой степени плотные и классные, что Вика в них просто так ходит по улице гуляет. Они яркие, красивые, Викуське не нравятся. Поэтому я вот заказала 140-146 размер. Артикул получается 861-184, и ничего они не пижамные, нормальные, классные штаны, да, вот из этой вот линейки, где фломастерами можно разукрашивать. Я заказала в прошлом каталоге низ розовый, а сейчас низ желтый. Они реально клевые. Ну и, конечно, полотенца, ребят, у нас сколько лет уже полотенца, то есть пришлось заказывать новые, да, то есть я даже не знаю, сколько тут. Я просто решила старые выкинуть. У родителей сейчас ремонт, им нужны вот эти все старые полотенца, я им отправлю, а вот еще голубые носки, да, я им отправлю, а себе вот такие новенькие, ну не себе, а нам, да, мы все же вместе сейчас живем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, три, то есть розовых с артикулом 116-08, размер 50x70, да, таких вот три штучки. И три таких вот, получается, сиреневых, тоже 50x70 артикул. Они мягкие, легкие, клевые, они хорошо стираются. Прям вообще артикул 116-05, суперские просто. И большие банные полотенца я тоже решила сменить. Несколько штучек я оставлю на подарки, потому что бывает такое, что день рождения, я забыла, что подарить.
Та-дам! Хорошее, хлопковое, качественное полотенце, которое не линяется даже после 30 стирок, это всегда шикарно, ребята. Поэтому я заказала, значит, желтый артикул 116-15, 70 на 140 размер. А, так, дальше идет розовый артикул 116-09, 70 на 140, также размер, парочку штучек. И сиреневый артикул 116-06, размер 70 на 140. Крутые, классные полотенца и желтые. Мне почему-то больше всех нравятся желтые. Я последнее время полюбила яркие цвета. Вот хоть убейте меня, люблю яркие цвета. Никогда не любила, а тут прям нравится. Артикул 116-15, размер тоже 70 на 140. Ну вот, в принципе, и все. Этот заказ я вам рассказала. Ну и следующий обзор будет уже часть пятая, заключительная наконец-то, да, вип-новинок. Вот таких вот тренажеров. Я их заказала все, тренажеры, массажеры. Некоторыми уже попользовалась, они реально классные. Единственное, что у меня есть замечание вот к этому увлажняющему гелю с электролитами, но я думаю, что я вам все расскажу, вы сами решите, брать его себе, не брать, да. То есть вот следующая часть будет вот это у нас с вами.